Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня мы с вами поговорим о ведущем вузе Верхневожья. Как мы уже с вами успели заметить, руководящие кадры этого вуза очень востребованы в органах власти. И вот ректор Тверского государственного университета, выборы, которые не так давно прошли, Скаковская Людмила Николаевна, стала сенатором Совета Федерации, Верхней палаты нашего федерального собрания. И вновь смена руководства произошла в вузе. И сегодня временно исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета является Сергей Николаевич Смирнов. Добрый день, уважаемый коллега. Поможет нам сегодня многое узнать и, может быть, получить ответы на интересующие нас вопросы проректор по общим вопросам Тверского государственного университета Елена Николаевна Васильева. Добрый день. Естественно, мы не можем обойтись без профсоюзов. И нужно отдать должное, что самая, наверное, такая значимая профсоюзная организация в отрасли образования как раз в Тверском государственном университете и возглавляет профсоюзную организацию Тверского государственного университета как раз Марина Валентиновна Цветкова. Но у нас еще присутствует и руководитель профсоюза работников науки и образования Российской Федерации Тверской области Бородачева Татьяна Николаевна. Поэтому вот в таком небольшом, но очень тесном, да, составе мы сегодня поговорим о ведущем вузе Верхневожья. Сергей Николаевич, в первую очередь хочу, конечно, обратиться к вам. Вот давайте начнем с того. Ваше назначение все-таки было для вас неожиданным или оно каким-то образом для вас уже было ожидаемым? Ну и все-таки какие ближайшие планы в этой должности? Сергей Николаевич, поскольку вопрос, он такой, как бы из двух частей состоит, я, пожалуй, тоже и ответ сформулирую из двух частей. Конечно же, предполагать столь высокое назначение Людмилы Николаевны ни я, ни вряд ли кто-то из нашего коллектива не мог. Хотя мы знаем, безусловно, высокие деловые личные качества Людмилы Николаевны, но что вот такое последует назначение на это, конечно, я предполагать не мог. Соответственно, я, и думаю, как и другие мои коллеги, настраивались на такую работу, стабильную под ее руководством. Вот в этом смысле назначение было неожиданным. Да, вот в этом смысле да. Если сформулировать вопрос более, так скажем, немножко жестко, считаю ли я себя не готовым к работе, к исполнению обязанностей, то я думаю, что я должен ответить, что нет, я себя не считаю не готовым. Поскольку в университете работаю более 30 лет, на различных должностях, в том числе на должности проректора, выполнял поручения ученого совета университета, ректора по созданию различных структур, в том числе эффективно действующих до настоящего времени. Ну, например, региональный центр содействия трудоустройству молодежи. Он до сих пор входит в тройку, в пятерку лучших центров России. Систему государственного заказа по поручению, опять же, ректор сформировал. Поэтому в этом смысле я думаю, что, наверное, считать себя не готовым не могу. Что касается ближайших планов, то это, конечно же, продолжить, опираясь на традиции университета, продолжить его курс и обеспечить, безусловно, опираясь на коллектив университета, на профсоюзную организацию, продолжить его курс на превращение, полное, стопроцентное превращение в инновационный вуз, один из лучших вузов страны. Но мы знаем, что действительно Тверской государственный университет заслуженно занимает уже достаточно высокие почетные места в весьма серьезных рейтингах. Но я думаю, что еще мы поговорим и об этом. А скажите мне, пожалуйста, а вот все-таки на ваш взгляд преимущество Тверского государственного университета, но я не говорю о том, что он старейший среди всех тверских вузов, да? В чем вот вы видите его преимущество и почему все-таки, может быть, студентам стоит делать, будущим студентам, абитуриентам, делать выбор именно на университете Тверском государственном?
Мы с уважением относимся ко всем университетам Российской Федерации, с уважением относимся к коллегам из вузов Тверской области. Мы предлагаем всем абитуриентам воспользоваться ресурсами именно всех наших коллег, но при этом мы, конечно, не будем умалять и достоинства своего вуза, своего университета. На некоторые позитивные вещи вы, конечно, уже обратили внимание. Но я должен сказать, что, например, у нас самый широкий спектр образовательных программ. Причем речь идет об образовательных программах высшего образования, ну и, естественно, о секторе довузовском. Что касается высшего образования, то у нас не только любая девушка, любой молодой человек может выбрать себе образовательную программу по душе, но и продолжить ее до самого высокого уровня. У нас десятки программ не только на ступени бакалавриата, магистратуры, но и аспирантуры. Кроме того, мы сейчас активно работаем над введением индивидуальных образовательных траекторий. А это значит, что любой студент, переступивший порог и севший за скамью университета, может по ходу обучения, не дожидаясь завершения там, 4-летнего срока бакалавриата или 2-летнего магистратуры, изменить свою образовательную траекторию и получить именно те компетенции и в итоге именно тот диплом, который максимально позволит реализовать его способности и потенциал. Ну и, конечно же, мы надеемся, что большинство выпускников Тверского государственного университета свяжут свою жизнь с Тверским краем. А это очень важно для всех нас. И поэтому в связи с этим у нас много еще других достоинств, но я думаю, что любой абитуриент, сделав выбор в пользу нашего университета, он поступит абсолютно правильно. Нам не стыдно за себя, и мы гарантируем его успешное обучение у нас и максимально возможный потенциал устройства в дальнейшем. И возможность получения качественного образования и последующего трудоустройства, да, что очень-очень важно. Сергей Николаевич, я бы хотел вас все-таки попросить, может быть, более подробно. Вот я знаю, что в Тверском госуниверситете 2 института, ряд факультетов, вот какое количество. Ученые советы у вас докторские имеются, то есть правильно, начиная и, ну, к этому мы еще вернемся, но немножко опережая события, наверное, редкий вуз имеет возможность иметь еще и гимназию. То есть образование, начиная с среднего до высшей ученой степени, вуз может обеспечить. Вот более подробно, будьте добры, все-таки, количество факультетов, вот их как бы профиль, их направление, что вы можете по этому поводу? У нас факультеты института охватывают, ну, практически все профили, и педагогического характера, и инженерного характера. То есть, как я уже сказал, что по сути на любой вкус. Что касается структуры, то у нас идет переход плавный, постепенный от структуры факультетской к структуре институтской. Действительно, уже созданы 2 института в системе основных образовательных программ и 1 институт непрерывного образования в системе дополнительного образования. Что касается гимназии, то да, мы здесь не только выполняем некие концептуальные установки, завет, если угодно, великих ученых, педагогов, там, Ломоносова Михаила Васильевича, в частности, который говорил, что университет без гимназии, что дерево без семян. Но мы здесь и усиливаем еще практикоориентированность наших преподавателей. И в связи с этим, в связи с тем, что у нас есть гимназия, у нас есть взаимодействие с нашими организациями-партнерами, причем самыми разными, и в том числе в сфере средств массовой информации. Наши преподаватели и наши студенты имеют возможность получать практические компетенции. И они выходят из стен нашего вуза уже почти готовыми специалистами. Даже по некоторым, собственно, по большинству направлений готовыми специалистами. И достаточно им окунуться в специфику любой организации, любого предприятия, любого учреждения, это уже совершенно готовый специалист. Но это еще не все. Дело в том, что у нас развита система дополнительного образования, и мы намерены ее ускорить, резко ускорить ее развитие. А это значит, что мы готовы обеспечивать, сопровождать методически, интеллектуально наших выпускников и в дальнейшем. И поэтому, поступив в нашу гимназию, ну хорошо, если не получилось гимназию, то сразу же на первый курс университета, обучившись в бакалавриате, если нужно в магистратуре, если нужно в аспирантуре, в докторантуре, потом на протяжении десятилетий любой наш выпускник имеет возможность обратиться в наш вуз и получить вот весь тот багаж интеллектуальный и практический, которым располагают наши преподаватели. А у нас самое большое в Тверской области количество кандидатов наук, докторов наук. У нас, еще раз говорю, что практикоориентированность в вузе. То есть остепененность профессорско-преподавательского состава у нас в университете Тверском государственном самая высокая, так я понимаю, из всех тверских вузов.
вузов. Это очень важно, потому что качество образования, качество подготовки именно профессорско-преподавательского состава говорит о многом. Кто будет преподавать, кто будет давать эти знания, это очень важно. Сейчас с вами мы сделаем короткую паузу, прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Мы вновь в эфире. Сергей Николаевич, так мы остановились на достаточно высокой остепененности. И я знаю, что есть у вас очень интересные примеры. Да, безусловно. И я думаю, эти примеры мы будем распространять, расширять, пока, наконец, весь университет не достигнет вот этого потолка. Ну, а пионером у нас стал химико-технологический факультет, где остепененность составила 100%. Вы только представьте, 100%. 100%. Да. Ну, еще я, наверное, скажу об одном факте, что здесь речь идет о науке и о социальной сфере. Буквально только одну мысль. Во-первых, наука. В качестве примера пара фактов. Кристаллы, созданные нашими учеными, используются при конструировании приборов на космических кораблях. Ну и, наконец, сейчас наши ученые-физики работают над созданием принципиально иных холодильных установок. Вообще, это будет, наверное, революционный переворот, прорыв до такого мирового уровня. Ну а что касается социальной сферы, здесь момент социального вопроса вот какой. Мы стараемся, чтобы наши люди были сплоченны, нацелены именно на работу, на сотрудничество со студентами. И стараемся все бытовые и прочие вещи убрать, помочь решить. А для этого у нас существует, как я уверен, лучшая система социальной поддержки и активное взаимодействие с профсоюзной организацией. И все это вместе взятое позволяет обеспечивать максимально плодотворную работу нашего коллектива. Значит, вот эта такая интенсивная, но душевная обстановка на занятиях, вот она предполагает эффективный результат. Ну, наверное, очень важно, и нельзя нам с вами не вспомнить о том, что совершенно вот немного времени нас отделяет от того дня, еще меньше года, да, когда Тверской государственный университет отметил 150-летие школы Максимовича. Да, именно Павел Павлович Максимович, основоположник, подвижник, вот меценат, основавший когда-то давным-давно, в 1870 году школу для подготовки учительниц, тем более, что ими были, как мы с вами знаем, крестьянские девушки, да, это был действительно прорыв, и вот с тех времен заложены добрые традиции. И действительно сегодня вуз продолжает их нести, и говоря о юбилеях, этот год ведь тоже у нас наполнен рядом событий, и следующий нам тоже кое-что принесет, но пока по этому году. Ведь именно в 1971 году Калининский педагогический институт стал Калининским государственным университетом. И год ознаменован 50-летием вуза. Как это событие все-таки для Тверского госуниверситета, чем оно является, как оно отмечается и все остальное в этом плане? Безусловно, такие юбилеи помогают и оглянуться на историю, подвести некоторые итоги, сфокусировать свое внимание на традициях, которые нужно сохранить, предложить какие-то инновации, которые нужно использовать. И, конечно, 50-летие университета – это как раз тот период. Что касается 1970 года, то там события основные прошли, начиная между 1 сентября 1971 года, когда, собственно говоря, начал функционировать университет, и 18 февраля 1972 года, когда состоялась торжественная уже церемония открытия с приглашением гостей из других городов, из Москвы, из федеральных, тогда из общесоюзных государственных органов. У нас разработан план, он реализуется, факультеты, кафедры, отдельные преподаватели, сотрудники предлагают свои мероприятия, и они, конечно, уже сейчас реализуются. Что касается основного мероприятия с приглашением, безусловно, представителей педагогического сообщества, почетных гостей из различных сфер предприятий, учреждений, то по понятным причинам оно у нас не прошло в октябре или в ноябре. Сейчас мы думаем, что самый оптимальный срок это будет декабрь. Тем более, что у нас как раз в декабре есть даты, связанные с нашей историей уже университетского этапа. Таким образом, я думаю, что этот юбилей,
еще очередной вклад несет и в укрепление корпоративной культуры университета, и в повышение эффективности нашей работы. Ну, то есть очень важно, что все-таки история для ведущего Тверского вуза, она имеет серьезное значение, и вот эти круглые даты, они не только повод для праздников, но они ко многому обязывают. Хотя вот год и период, сейчас вообще не только этот год, и предыдущий, они все-таки отягощены тем, что в нашей жизни появился вот этот вот злосчастный коронавирус. Да? Вот эта пандемическая обстановка, она очень серьезно заставила нас пересмотреть подходы, как-то изменить свое отношение к многим вещам. Вот в этой связи все-таки, как вы оцениваете и положение вуза именно на сегодняшний день, как вы видите перспективы на ближайшее будущее, и мы не можем, наверное, не коснуться вопроса о дистанционном обучении. Это тоже очень важный аспект, который все-таки начал проявляться именно в пандемических условиях, именно само время заставило форсировать события. Я знаю, что к этому вуз шел, наработок было много, поэтому достаточно... Ну, не сказать, что несложно, но мягко вошел вуз в эту непростую ситуацию, хотя многих она действительно серьезно лихорадила. Поэтому вот понятен, да, наверное, Сергей Николаевич, мой вопрос, то есть как вуз себя ощущает вот в этом пандемическом пространстве сейчас, сложном для всех нас, какие перспективы на ближайшее будущее, и, естественно, что вы видите, вот как оцениваете дистанционное обучение, есть ли у него перспектив. Вопрос не просто важный, а вот конкретный. И действительно, пандемия – это плохо. Она, конечно, наши в целом планы в системе образования заставила серьезно подкорректировать. Тем более, что ситуация весной прошлого года, она достаточно стремительно развивалась, и вуз вынужден был вместе с другими вузами России перейти на дистанционные технологии. Я свое мнение выскажу. В итоге нам удалось это сделать лучше, чем, наверное, мы ожидали сами. И здесь, конечно же, это и определенные наработки технологические, и главное, наверное, на что я хотел бы обратить внимание, это усилия, ну, я бы даже не боялся это слово, героические усилия наших преподавателей, которые буквально за несколько дней сумели перевести вот преподавание по своему предмету именно в русло дистанта. Я думаю, что если понадобится, если будет такое решение, я должен заметить, что решение принимает не вуз, а у вуза есть учредитель, естественно, и есть орган государственной власти, как в регионе, в данном случае в Тверской области, так и на общероссийском уровне, федеральные органы власти. Так вот, если будет принято такое решение и будут введены дистанционные технологии в качестве обязательных, я думаю, мы тоже достойно справимся. И в любом случае, я думаю, что здесь проблем у студентов не будет. Самые эффективные, самые распространенные сейчас, наверное, системы, платформы – это Microsoft Teams. Они уже сказали добрые слова. Некоторые структуры, здесь я должен о гимназии вспомнить, перешли 100% на Microsoft Teams. И здесь, собственно говоря, была максимально приближенная к аудиторному обучению ситуация. В других случаях мы помимо этой системы использовали другие платформы, но еще раз хочу сказать, что мы сумеем обеспечить качественный образовательный процесс даже в условиях дистанционного образования. И более того, мы постараемся даже еще некоторые плюсы извлечь в плане удобств для студентов. Но вот те наработки, которые все-таки уже имел университет, они в значительной степени облегчили и сделали более мягким вот этот переход. Но нельзя не отметить такое важное знаковое событие, ведь именно 100-й офис Microsoft в Российской Федерации был открыт на базе Тверского госуниверситета. Это тоже важно. Это было до пандемии еще сделано. Да, это было до пандемии. Почему мы говорим о том, что все-таки те наработки, которые были сделаны государственным университетом, помогли мягко войти в эту сложную простую ситуацию. Многих она тряханула, знаете, как здорово. И важно слышать сегодня от руководителя вуза то, что качество образования, а именно за это мы боремся, и мы понимаем, да, говоря о том, что подготовка должна не страдать, качество образования не должно страдать даже в этих непростых условиях. И приятно и отрадно слышать, что все-таки вуз готов обеспечить и доступность, и качество надлежащее
для того, чтобы студенты могли овладевать выбранными своими специальностями в полном объеме. Это очень-очень-очень-очень важно. Сергей Николаевич, в связи с этим, зная, насколько все-таки много вот таких исторических традиций, вот этих параллелей в Тверском государственном университете, я знаю, как бережно хранится память, как вот висят в очень таком красивом зале портреты всех ректоров. Вот окунувшись в историю, а вы ее хорошо знаете, вы уже, как здесь прозвучало, более 30 лет отдали вузу и знаете его глубоко, хорошо и чувствуете пульс постоянный. Так вот, на кого из ваших предшественников вы хотели бы быть похожим? Вот чей такой стиль руководства, методы и подходы в работе вам в большей степени импонируют? Вот такой вопрос я тоже хотел бы вам задать. Спасибо за вопрос. Не скажу, что он легкий. Я думаю, что мои коллеги и вообще все представители коллектива университета ориентируются на лучшие образцы. Их, поверьте, у нас, точнее, не поверьте, вы, конечно, знаете, что их у нас много. Начиная с Максимовича, я могу перечислять и перечислять. Максимович, Никольский, безусловно, Комин, который ректор, последний ректор педагогического института, первый ректор университета. Традицию продолжили руководители 20 века. И Андрей Владимирович Белцерков, сначала Алексей Никифорович Кудинов назовем, потом Андрей Владимирович Белцерковского, Людмила Николаевна Скаковскую. То есть равняться есть на кого. То есть образ собирательный, я так понимаю. Пожалуй, да. Я думаю, у меня и моих коллег есть на кого равняться, и мы постараемся взять все лучшее. Ну что ж, вот такой дипломатический ответ, конечно, очень, думаю, хорош. А знаете как? Ну вот говоря о том, что вот именно дипломатию, которую мы увидели в вашем лице, она говорит о том, что все-таки в вузе уже закладываются традиции подготовки, в том числе и к организации таких международных уже каких-то связей, отношений. И действительно такие начала были успешно заложены. И вот в этой связи я бы хотел задать вопрос уже вам, Елена Николаевна. Все-таки международное сотрудничество. Какую роль вы определяете его в Тверском государственном университете? Что для этого делается? Как это выглядит? Спасибо за вопрос. Я, наверное, также из двух блоков отвечу на этот вопрос. Дело в том, что ВУЗ не только участвует в международной деятельности, но он и готовит специалистов. Это которые, очень важно, безусловно, что вы интегрированы в мировую уже систему образования. У нас есть образовательная программа, которая готовит специалистов для работы именно в этой сфере. Мы ни в коем разе не претендуем на статус, который уже стойко определен за МГИМО. Да, мы не готовим дипломатов, но вот готовить наших выпускников к работе в государственных учреждениях, в крупных предприятиях, где есть международные проекты, инвестиции. Это вот ВУЗ делает у нас. И почему я с этого начала? Дело в том, что Тверской государственный университет – это ВУЗ, который постоянно развивается. И развивается именно исходя из потребностей времени. И когда та или иная ситуация, тот или иной промежуток времени ставит перед нами задачу, определяет нам вызовы, мы не уходим с головой в песок, а мы отвечаем на эти вызовы, тем самым готовя и специалистов высокого уровня, развивая университет, ну и, смею надеяться, вносим, в общем-то, существенную лепту в развитие Тверского региона в этой части. То, что касается международной деятельности в широком смысле этого слова, то нужно подчеркнуть, что эта сфера сегодня является показателем эффективности любого российского вуза. И для нас это не было новостью. Тверской государственный университет, имея за плечами такую историю, безусловно, в международных проектах всегда участвовал. И не только участвовал, инициировал эти проекты. В нашем университете заключено очень много международных соглашений о сотрудничестве с различными высшими учебными заведениями, как
Мексика, например, да, у нас и ребята выезжали туда со своими программами. Европейский регион – это и университеты Франции, Германии, Финляндии, Польши. И это страны СНГ, это и Армения, и Казахстан. То есть вектор достаточно широк наших вот, взаимодействий. Но при этом, я еще раз подчеркну, мы становимся такими активными участниками. И поэтому все наши студенты, которые поступают, имеют возможность зарубежных стажировок на семестр, на месяц, на более короткий промежуток времени. И до пандемии эта программа студенческих стажировок очень активно работала в ВУЗе. Студенты практически с каждой из наших программ и точных наук, и гуманитарных наук, и естественных наук выезжали на семестровое обучение, в то время как к нам в университет приезжали ребята из европейских вузов и очень высоко отзывались о наших программах. Опять же, пандемия сейчас в другую плоскость переводит эти отношения. Они не прекращаются, они переходят в том числе и в онлайн-формат. Но, слава богу, этот год позволил провести приемную кампанию таким образом, что были открытые страны, и к нам приехали ребята из иностранных государств. Это из страны СНГ, опять повторюсь, это Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, прежде всего, Белоруссия. Это, ну, что мы называем дальним зарубежьем, да, это и, если Европу брать в этом году, это Болгария. Африканский регион в последнее время очень повернулся к Тверскому государственному университету. Елена Николаевна, так все-таки возвращаясь к международному сотрудничеству, вот действительно географию, которую вы обозначили, она очень широкая. Очень широкая. Это я только начала. А студентов-то сколько у нас иностранных в Тверском университете? Вы знаете, опять же, хотим мы этого или не хотим, мы возвращаемся к условиям пандемии. И понятно, что последние два года, 20-й и 21-й, конечно же, эту цифру нам скорректировали. Да, безусловно. На сегодняшний день у нас порядка 250 иностранных студентов обучаются на программах основного образования, на основных образовательных программах. Но у нас есть подготовительное отделение, мы его так как бы называем, да, когда приходят ребята, приезжают из других стран, не владеющие русским языком. А мы видим, что сегодня на государственном уровне политика российского, так скажем, правительства такова и президента, что если человек приезжает к нам, он должен изучать русский язык. И поэтому здесь мы также реагируем на этот вызов. А в любом другом вузе, в Гарварде, в Оксфорде, там что, на русском будут русским преподавать или вот, на каком-то другом безусловно, диалекте? Безусловно, поэтому была принципиально поставлена острая задача. Когда-то это было, потом по разным причинам отошло. Сейчас мы возвращаемся к тому, что мы готовим будущих студентов еще за год до того, как они приезжают поступать в Тверское государство, университет, и они изучают русский язык. Русский язык, русскую культуру и так далее. Этим занимается кафедра русского языка как иностранного. Поэтому вы знаете, чем интересно работать с иностранцами? У них, мы же с вами знаем, что самый такой действенный способ передачи информации – да, интернет, да, телевидение, но сарафанное радио, как из было, уст в уста. Да, так и остается. Это самый надежный способ передачи информации. И, понимаете, это Российская Федерация безбрежна. Да, там 7 часов надо от одной границы до другой лететь. А государства, например, африканские, которые к нам приезжают, Северной Африки, вот Южноафриканская Республика, Северная, если там брать Йемен, да, и так далее. Это же маленькие государства. Там все друг друга знают. И поэтому мы видим эту тенденцию. Молва уже, да, конечно, такая возникает. И мы иногда даже шутим, что мы становимся филиалом там Йемена. Периодами это меняется. Кстати, страны Латинской Америки тоже приезжают к нам достаточно активно. О чем это говорит? Это говорит о том, что не только мы говорим, что мы такие хорошие, посмотрите на нас, да. Это говорит о том, что мы своими делами, своей деятельностью заявили о себе. Вы вот, Сергей Николаевич,
Николаевич подчеркивали о различных рейтингах международных. Мы действительно попадаем почти во все эти рейтинги. Есть и российские рейтинги, и западные рейтинги. Что я хочу подчеркнуть? Мы же знаем, что рейтинги разные бывают. Конечно. Мы ни разу не заплатили никому. Это только по результатам нашей деятельности. Поэтому она знает, к нам приезжают иностранцы, дальше выпускники поддерживают с образовательными программами связь. Кроме того, на уровне научных разработок, безусловно, сегодня наука – это как раз та сфера, которая не знает границ. И чтобы двигаться дальше… Это только вот этот... Реализуются и программы студенческих обменов, я об этом как раз вот уже говорила. Да? Здесь не только на уровне студентов, на уровне ученых Тверского государственного университета, связи с научными. То есть вот это взаимодействие, что уже взаимодействие научных школ, вот что уже важно. Очень важно. Поэтому, опять же, я хочу сказать, что здесь мы... не идем за кем-то. В Тверском регионе мы очень часто выступаем таким локомотивом в этой сфере. Мы, Тверской государственный университет, первый, который поехал в Японию, в университет Саппоро, заключили соглашение о сотрудничестве, целый ряд программ подготовили. Тверской государственный университет, первый в Тверском регионе, поехал в мексиканские вузы, подготовил программы. Когда, ну, вы знаете, что вот годы культурного обмена языка, культура, да, у нас уже много лет эти программы реализуются, они на федеральном уровне поддерживаются, и несколько лет назад нас Нидерланды пригласили именно вот в рамках популяризации русского языка и культуры, в рамках вот этих вот обменов. Мы должны также сказать, что сегодня наши предприятия Тверского региона, которые нацелены на зарубежные инвестиции, они также обращаются к нам. Им нужны переводчики. А кто готовит переводчиков? Только Тверской государственный университет. И на основной образовательной программе, и на дополнительной программе. То есть вот у вас здесь и конкурентов-то нет, получается, в регионе. А вы знаете, а может быть, попытки и были этой конкуренции, но уровень достаточно высокий, и конкурировать сложно. А хотя тяжело уже, да, на эти площадки. Но хотя конкуренция, она же только подстегивает к тому, конечно, чтобы идти дальше. И поэтому я еще раз подчеркну, управленческие кадры. Кто готовит в Тверском государственном? Есть у нас филиал Московского вуза, но это филиал вуза. А свой вуз, который ориентирован на ребят прежде всего из Тверской области. Ну, у нас, кстати, нужно уж отметить, что многие действительно руководители региона на разных уровнях, они выпускники Тверского государственного университета. Ну, да. А давайте уж так признаемся, из здесь сидящих, кто закончил Тверской государственный университет? Все присутствующие. Ну, кроме меня. А, да, так что... Но вы имеете не последнее отношение. Совершенно. А вопрос в том, что я вижу, что Тверской государственный университет вышел уже на такие достаточно высокие орбиты и в рамках международного сотрудничества. Но я знаю, что и достаточно высоко держится планка, в том числе по взаимодействию и с различными институтами гражданского общества. Потому что мы с вами понимаем, что университет, он несет ряд функций, особо важных и значимых, конечно, такие как научное и образовательное. Но сейчас очень широко выдвигается, и это очень важное направление, это социальное, да, вот такая миссия. И действительно, Тверской государственный университет, он широко и масштабно взаимодействует с целым рядом общественных организаций, среди которых и национальная автономия, и старейшая миротворческая организация России, это вот Тверское отделение Российского фонда мира, как раз является филиалом этой организации и имеет партнерские отношения и соглашения с Тверским вузом. Но, естественно, я не могу не вспомнить главную, основную, структурированную организацию, общественную организацию России, это профсоюзы. Профсоюз работников образования и науки, он во всем мире самый многочисленный, самый наполненный. Не исключением здесь является и Тверская область. Поэтому я бы хотел сейчас обратиться, конечно, к Татьяне Николаевне Бардачевой. Татьяна Николаевна, вы как председатель профсоюза работников науки и образования в Тверской области,
расскажите о том, как вы взаимодействуете с ведущим тверским вузом, какие перспективы вы видите, и что бы вы хотели отметить вот в этих уже сложившихся форматах отношений. Спасибо. Я хотела бы, во-первых, выразить благодарность, что телестанция «Тверской проспект» дает время высказаться профсоюзам, чего не было, наверное, на протяжении 10 лет. И это, в общем-то, большой прорыв в том, что нас приглашают сюда, и мы знакомим тверичей, жителей Тверской области с работой профсоюза. Ну а тема сегодняшней программы «Тверской государственный университет» – это, наверное, очень актуальная, востребованная тема, поскольку ни для кого не секрет, что подавляющее большинство руководителей организаций образования – это выпускники нашего университета. И вот поскольку сама когда-то работала в университете, сейчас приезжая в районы, школы, гимназии, лицеи возглавляют наши бывшие выпускники. Да что там далеко ходить, министр образования Тверской области – это выпускник нашего университета. А тогда еще химико-биологического, да, факультета? Да. А вообще нам есть с чем сравнивать. Кстати, у нас в Тверском госуниверситете очень сильная ассоциация выпускников, возглавляет Пленкин Валерий Львович. И вот в этом году, в августе, проводили мероприятие, посвященное 50-летию образования университета. И была представитель даже в Майами. То есть наши выпускники находят и востребованы везде, и даже на американском. Только сейчас мы об этом говорили. И вот среди Центрального федерального округа вот ассоциация выпускников нашего университета ведет самую активную работу. Мы очень, вот наш профсоюз, доволен, что рад, что исполняет обязанности ректора университета Сергей Николаевич Смирнов, поскольку мы его знаем не только как известного ученого, но он еще и профсоюзный лидер. Да, он, например, три года назад подготовил колоссальную работу о 70-летии профсоюзов в Тверской области. Я говорю, а где вы это взяли информацию? Все в архивах, в документах, поэтому мы очень рады вот такому событию. Вот. Но я бы хотела остановиться на проблемах, которые сегодня есть у профсоюза, и связаны в том числе и с университетом. Вот мы объединяем два университета. Тверской государственный и технический университет, 24 учреждения среднего профессионального образования, это СУЗы, ну, все школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования. Мы всего объединяем 24 тысячи работающих и студентов. Это, в общем-то, хороший показатель в численности организации. Мы на первом месте. И вот, анализируя работу вузов, мы знаем, что вузы ставят приоритетной работой своей и в трудоустройстве выпускников. В то время, вот, куда трудоустроить? Бакалавриат, выпускников бакалавриата, магистратуры, даже аспирантов. А в это время в школах области не хватает очень многих специалистов. У меня все данные есть. Не хватает учителей русского языка и литературы. На первом месте, кстати, по востребованности. Математики, физики, начальных классов. И вот хотелось бы, чтобы университет, наверное, с момента поступления студентов вел работу именно в этом направлении. Может быть, целевой прием как-то вот настраивать. Да. Значит, здесь вопрос не только университета, но здесь надо подключать и правительство Тверской области, потому что вот в Ржевском районе не хватает на 1 сентября 25 предметников. И говорят, если бы у нас была программа закрепления ведомственного жилья, приехал выпускник, а через 5 лет, например, это жилье стало в его собственности. Потому что вот в этом году к нам пришло в школы молодых специалистов всего 135 учителей, 109 в городские школы и 26 в сельские. 11 человек прибыли у нас по программе «Земский учитель». Но это, конечно, очень-очень мало. Но я бы хотела сказать, что работу, ну, мы же не только вот выживаем, мы, в общем-то, и ведем активную работу. Поэтому мы строим работу в рамках наших соглашений и коллективных договоров.
Замечательный коллективный договор у нас находится в Тверском государственном университете. И я думаю, что это есть одна из причин вот, мотивации профсоюзного членства и защиты социальных и экономических прав. Их коллективный договор первое место занимает у нас в Тверской области и очень ценится на уровне Российской Федерации. Большое спасибо, что вы так предвкушающе вот уже, скажем, обозначили выступление как раз председателя организации профсоюза Тверского госуниверситета. Мы знаем, что профсоюзы действительно масштабно пытаются бороться за то, чтобы и заработная плата соответствовала. Но вот говоря уже именно об университете, хотелось бы все-таки предоставить Марине Валентиновне, время стремительно приближается к концу. Марина Валентиновна, ведь следующий год будет для профсоюзной организации тоже юбилейный. В 1922 году был создан профсоюз Тверского, Калининского еще вуза. О профсоюзной организации, о перспективах, обо всем. Очень коротко. У нас действительно сильная профсоюзная организация, и сила ее и в численности, и сила ее в том успехе к социальному диалогу, который у нас имеет место быть. Но так сложилось, что в течение нулевых годов вузам дали достаточно большую самостоятельность, финансовую самостоятельность. И от того, как сложится отношение профсоюзной организации с работодателем, с администрацией, зависело, конечно, то благополучие, то корпоративное настроение, о котором Сергей Николаевич уже говорил. И мы действительно сделали ставку на коллективный договор как форму защиты интересов и прав трудящихся, как фактор развития вуза и как вот основную форму социального диалога, когда через нормативные вещи можно регулировать все трудовые отношения. Гордиться есть чем, потому что у нас сильный корпоративный пакет, у нас много дополнительных льгот, у нас большие меры по поддержке молодых специалистов, вплоть до высоких стажевых, которые мы устанавливаем сразу, и до таких мер защиты их при начальной стадии работы. Я этим горжусь. Нужно сейчас побеспокоиться и о не только там о качестве образования, но и о преподавателях в пандемических условиях. И я думаю, что профсоюз как раз очень так крепко и надежно стоит на защите прав именно преподавательского состава. Вот, у вас есть еще и профсоюз студенческий. Есть. Вот смотрите, что я хотела сейчас сказать. В 2020 году Федерация Тверских профсоюзов назвала наш коллективный договор лучший по Тверской области. Я так вздохнула спокойно. Я знаю, что, Татьяна Николаевна, вы очень важную какую-то хотели информацию о профсоюзе. Тогда я хотела бы сказать, что на протяжении последних 5 лет правительство Тверской области, а координатором является Управление по труду и занятости, проводит конкурс на лучшее предприятие Верхневолжья по охране труда. Вот 4 года наш университет был победителем как лучшее предприятие по охране труда. В этом году мы на втором месте нас, обошел фирма «Шелф». По единственному показателю выделено средств на охрану труда в пересчете на одного работающего больше, чем у нас в университете. Но я думаю, что это не обидный проигрыш, потому что по всем остальным показателям университет надо лучше. Надо работать над критериями. Но я думаю, что действительно профсоюз все-таки тоже, так же, как и научная школа, история вуза и столетие, собственно, в следующем году, это уже достаточно серьезные вершины. И в заключении программы, Сергей Николаевич, мне хотелось бы предоставить вам слово, но в связи с тем, что мы уже упомянули, образование является непрерывным. И вот предыдущие, так сказать, и то, что вы сохраняете полномочия за собой директора Центра непрерывного образования, который позволяет получать, начиная от среднего и до самых высоких уровней образования. Что бы вы сказали как раз потенциальным вашим абитуриентам, будущим студентам в заключении нашей программы? Коллектив университета от профессора до гимназиста работает в интересах всей нашей огромной страны, работает на благо каждого жителя Тверской области, в интересах инновационного развития нашего края. И мы приглашаем всех присоединиться вот к этой важной работе.
Ну и могу пообещать, Сергей Николаевич, если необходимо, мы сделаем все, чтобы исправить некоторые, скажем так, особенности биографии у людей, например, как у вас, которые вы еще не учились в стенах Тверского государственного университета, мы это исправим. Поправим. Хорошо, спасибо. Вот для этого мы, собственно, Я с радостью приму ваше предложение и свой 5-й диплом получу именно в государственном университете. И очень даже надеюсь, что он станет 3-м моим красным, да? Но это будем, все в ваших будем руках. Будем мечтать. Вот, мечты иногда имеют свойство сбываться. Большое как спасибо. Правильно. Друзья мои, и действительно, сегодня мы с вами говорили о Тверском госуниверситете, о надежном помощнике в стенах университета профсоюзной организации и о профсоюзе работников образования и науки Российской Федерации. Очень интересные собеседники. Сергея Николаевича мне, конечно же, хотелось бы поздравить все-таки с назначением на вот эту высокую должность. И, естественно, она будет требовать очень много сил. Я думаю, что все вместе сможем любые преодолеть поставленные жизнью задачи. Главное этого хотеть, и потенциал вуза, он огромен, и он еще не исчерпан, и долгие годы еще будет сохраняться достаточно высоким. Ну а мы, в свою очередь, будем держать в курсе наших уважаемых телезрителей и радиослушателей в курсе того, что будет происходить в Тверском, в ведущем Тверском вузе, Тверском государственном университете, и всегда будем информировать о происходящем нашу зрительскую аудиторию. Итак, это была программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. До свидания и до новых встреч в эфире.